Так что еще? Давай вот эти, они очень вкусные. Нет, и да, добавишь, что мама нам сказала? Мама сказала обязательно крем. Не, она сказала, это маслины, грибы, да, вот есть. Фрукты. Вот грибы тоже. Что я там напишу? Овощи. Ирочка. Да. О, равиоли. Что? Так, вы написали продукты, которые нам нужно вот пить? Пишем. Да, пишем. Равиоли, да, будем пиши брать. Да, так, сыр обязательно нам нужен. Сыр, вот крем-сыр. Да. Сыр. Сыр, фрукты нам нужны. Овощи. Андрюша, питание. Сыр, стой. Сыр. Сыр, Андрюша, хочешь сыр? Да. Детское питание. Так. Вы пишите, но минуточку обратите на меня внимание. Что? Я приготовила такие специальные бумажечки. Зачем? Для чего? Для того, чтобы наш поход в маркет не был обычным походом, а все это превратить в игру, очень интересную игру, в новый челлендж, который будет называться Market Challenge. Он будет очень интересным, забавным и смешным, а самое главное, здесь будут задания на логику, на смышленность и на скорость. Ничего себе, странно. Короче, молодец, вы сейчас все узнаете сами. Вытягивайте вначале эти бумажки. Я хочу. И по ходу я уже, Ир, прям на ту до ту до вы к это. Ну, да. У меня выбор, что есть два. Да, возьму этот. Так, это мне. Так, открывай, папа, или Ира, давай быстрее открывай. Что тебе попалось, пап? Круглое. Покажи ребятам на камеру. Желтое. Круглое. Ира, желтое. Что это? А у меня, ребят, прямоугольное. Короче, сегодня папа покупает 5 продуктов в маркете только круглой формы. Ты должен выбрать 5 продуктов круглой формы, круглой, не овальной. Не овальная, я сразу думала, если яйцо, то не подходит. Яйцо, лимон. Нет, не подходит. Есть... Так, не подсказывай. Кто-то из нас проиграет. 5. И это должны быть продукты, никакие не игрушки, никакая не канцелярия, даже не знаю, продукты. Ну все, понял. У меня желтое, ну я поняла, желтое. У тебя должно быть желтого цвета, твои продукты. Ребят, у меня прямоугольная. Мама вообще просто. Мне, короче, вот такая вот форма, мне больше всех, можно так сказать, повезло. Я сегодня везунчик. А я могу сказать, что мне не повезло вообще. Нам с Андрюшем, вот это мы вдвоем, Андрюша, круглый. Ребят, с одной стороны, будет очень классно и весело, потому что мы идем всей семьей, будем участвовать всей семьей и покажем все свои способности. А там нам разрешат снимать? Посмотрим, ребята, разрешат нам снимать. Мы идем вообще в новый маркет, никогда еще там не снимали, да, не да, игрались. Ну, постараемся что-то снять, хотя бы там кадр какой-то, да. Чуть-чуть так, скрытно. Не знаю, там охранники, там это не разрешат. Я вам могу сразу так что-то для начала сказать. Папа у нас самый быстрый, папа реально у нас быстрый. Ира у нас более медлительная, но креативная. Она любит какие-то там, она может выбрать там какие-то продукты супер-пупер воображения. А я даже не знаю, и а я практичная и супер-пупер простая. Ребят, желтую икру буду. Андрей, Андрюш, ты хочешь деньги? Где твои деньги? Вот деньги. Ребят, уже даже Андрюша, ему 2 года, но у нас просыпается утром и просит деньги. Да. Что? Идем в магазин. Мы уже дома придем, посмотрим, кто выиграл, кто нет, да? Да. Все, бумажки оставляем дома, я помню. 5 продуктов желтого цвета. Наконец-то, папа, и ты будешь участвовать. Ага.
Ира, как ты думаешь, кто выиграл? Я думаю, что я. Я не знаю. Посмотрим. Я лично еще не видела, кто что выбрал. Так, я очень посмотрим. Долго думала и выбирала, да. Давай идем посмотрим, кто справился и кто нет, да? Да. Да. Ну, все. Пошли. Идем домой, вот елка тут. Боже, какая классная погода сегодня. Да, сегодня классно. Итак, ребята, мы пришли домой. Мы вернулись с маркета. Не знаю, кто что купил. Ну, так папа. Секрет. Да, это секрет. Я думаю, что папа уже наблюдал за всеми, пока мы покупали. Чуть-чуть, но я хочу сказать, что по скорости выиграл папа. Да, первый справился папа, потом Ирочка, и в конце они уже ждали, когда же я выберу. Ну, когда уже на кассе оплачивали, мама все еще искала. Ну все, давай, пап, показывай. Давай. Честно, я не думал, что я справлюсь, потому что круглая. Ну что круглая, еще и съедобная. Не знаю. Ну, я думаю, сейчас сами оценим. Так, начинаем. Угу. Первое. Апельсины. Апельсины, папа справился, сейчас да, сейчас я это покажу, круглое. Чтобы вы все видели, что они круглые. Они круглые? Да, да. Смотрите, какой оранжевый. А это желтенький, я бы могла такой не выбрать. Почему? А оранж? Оранж. Да. Потому что оранж. Они оранжевые, а не желтые. Оранж. Желтый есть другой. Так, второе. Что я выбрал? Второй. Мама, не подглядывай. А ничего не делает. Ребята, вот такое. Это синий выбор. Тут да? Что-то черное. Ты откуда знаешь? Потому что ты прям вот так... Сливы, ребята, вот смотрите. Круглые? Ну да, круглые. Круглые. Правда. Круглые сливы. Я даже бы не додумалась. Короче, пап, ты пока все выбрал, то, что любимый с Ирой. Да. А я не только выбирал круглые и быстрее, а еще, что вы любите. Черри. Это черри. Черри. Давайте я вам покажу, что они действительно, действительно они круглые. Да, черри. Но черри все они круглые. Ну, ребята знают. Нет, а есть какие-то калиды? Да, не да, знаю, да. Эти круглые, алиды. Ребята. Три. Ой, а с этим пока я выбирал. Гранат. А, я теперь поняла, почему ты так долго выбирал. Я выбирал, там было много ящиков, ребята. Я видела, и были все какие-то, ну, не круглые. Ну, в конце я все-таки нашел его, вот круглый гранат. Я вижу сдалека, папа что-то там выбирает, уже 10 минут там сидит, не понимала, нет, что он... 10 минут, я быстро выбрал. Так, и последние ребята. Вот такие бублики, которые... круглые? Конечно, круглые. А, да, точно. Так что, ну, да, показать или что? Упаковка не круглая, но бублики же сам. Бублики же сам круглые. Круглые да. Бублики. Это я взял для Андрюши, потому что он очень любит такие бублики. Ну, не только Андрюша, и Ира, и мама. Да, мы все любим бублики. Короче, я справился? Да. Ты еще справился, и самый быстрый. Ты молодец. Еще короче, папа справился со своим заданием. Мне, ребята, если вы помните, мне выпало прямоугольник. Ну, мне кажется, я это думаю, просто. Что это самое легко. Да. Я бы нашел кофе. Мимо. Прямоугольник. А, ну да. Мама же любитель кофе. Кофе, ну кофе. Еще мама купила себе кофе. Хлебцы. Хлебцы такие, обжженные. Прямоугольные. Это только вы их кушаете. Я их кушаю. Я сразу мама ко мне повернула, такой, лаваш. А ну раскрой, он прямоугольник? Ну, конечно, да. Ну лаваш, да. Прямоугольный. Он прямоугольный. Чай? О, красный чай. Это для меня. Хоть что-то для папы. Прямоугольный, губка прямоугольная. Мама. А при чем тут губка? А что? Мы же договаривались. Нет, ты не понял. Только... продукты. Только продукты. Товары. Нет. Ты что, кушаешь губку? Нет, мама не понял. Мы сказали продукты. Продукты. Ребята, кто не помнит. Я вот, еще спросила. Посмотрите назад, где я им сказал продукты. Ты забыла, мам? Ладно, получается, у меня только 4 продукта и 5 сюда не подходит, потому что он прямоугольный. Нет, нет, мы же договорились, честно. Вот я тебе дам записи, посмотришь. Ладно, хорошо. Нет, мы сказали, честно, мы сказали продукты. Давайте что я-то не взяла, а то оно золотое. Давайте посмотрим, что Ира выбрала тогда. Ну давай, Ира, посмотрим. У меня? Ира должно, что это должна была быть? Желтая. Желтая. Давай посмотрим. Желтая. Что было? Для меня это было просто, потому что я люблю кукурузку, а кукурузка желтая. Да, вот, ребята, видите, желтая. Ну, действительно, вы же все знаете кукуруза, да. Я обожаю кукурузу. Сладкая кукуруза здесь, да, желтая. Действительно желтая, да.
Раз. Лимон? Ну конечно, ну конечно. Он же не круглый. Да при чем тут круглый я? Вот я думал насчет лимона, я думал хотеть выбрать себе, но он круглый. Лимон подходит, да. Лимон, конечно, я так и понял. И еще что-то, я как только зашел в маркет, увидел его. Лимон и... Бананчики, вот, чики. И бананчики, конечно, желтые, желтые. Желтые бананы. Но они бывают и зеленые? Не, ну я нет, выбрала. Я выбрала желтые. Может, мне кто-нибудь поможет? Вау, чего так много? Вот яблоки. Покажу вам желтые, я желтый выбирала. Яблоки, ну, желтый, зеленый, Ира. Вот, нет, они желтые. Желтые. Мама, ты что надо. Хочешь, чтобы я проиграла? Не надо, не надо, желтый, вот видно, вот желтый. Желтые, ребята, что нет? Желтые, конечно. И зеленый последний... это зеленый. Есть зеленый яблоко, что не помнишь, есть прям зеленый. А вот это желтый. Не знаю, почему я не мышка. Обожаю сыр. Ну-ка, ну-ка, он белый. Он да, желтый. Желтый. Сыр желтый, мам. Ну что ты придираешься? Короче, что, у Иры 5 желтых, у тебя 5 круглых. 5 круглых. А у тебя 4 прямоугольных. Ну, мам, 5 прямоугольных. 5 прямоугольных, да, и 4 продукта. 4 продукта, да. Ну что, ребята, тогда будьте вы нашими жюри. Может, напишите... вы как-то найдете, что мама все-таки... Нет, напишите вот так, как вы думаете, как бы вы справились. И кому было труднее, мне, маме или Ире? У кого было самое трудное задание? Желтое, прямоугольное или круглое? Как вы считаете? Как вы считаете? Пишите. И кто, вы думаете, как, по вашему мнению, кто справился лучше всех? Да. Вот да. Мы ждем. Ну, мы, к сожалению, не смогли снимать много в маркете, потому что... Но папа постарался нас немного снять. Если бы видели меня, как я снимал. А как люди смотрели. Эй, люди как люди, ну там не разрешают. Ты скрытый агент у нас. Да, скрытый агент. Тебе бы еще усы и это, очки. Ну и вы, ребят, поддержите нашу семью, дружите с нами и смотрите наши новые видео. И обязательно подписывайтесь на наши каналы и покажите наши видео и поделитесь ими со своими друзьями. Но еще напишите в комментариях, если вам понравилось это видео, то может быть мы еще раз сделаем такой челлендж. Тогда я точно выберу лайк. Все правильно. Да, но тогда надо будет уже по-другому. Не круглый, а что-то... Ну, нет, ну, круглый и цвет. Все. Подумаем, мы подумаем. Мне лично понравилось. Мне тоже. Хорошо. Так что не забывайте подписываться на наши каналы Ирочка Инфо и Андрей Андрейочка Инфо. Ну а мы вам говорим пока-пока и до новых встреч. Пока-пока. Пока.